Слушай внимательно, братец. Я слушаю. Не делай так больше, ладно? А ты не трогай моё. Ты даже не представляешь, во что сейчас влез. Шекспира ставите? А мать твоя знает, на ком ее гобелен. Это не твое дело, человек из металла. Локи будет судить Асгардский суд. Отдаст нам куб, и он твой. А сейчас... Уйди с дороги. Турист. Ну ладно. Четырехкратная перегрузка энергоемкости. А как тебе это? Закончили. Что тебе здесь нужно? Забрать Локи и положить конец его козням. Если не врешь, опусти этот молот. Что? Нет. Нельзя. Он обожает свой молот. Говоришь опустить молот? Мы закончили?